с Ангелосом идем в Российскую национальную библиотеку. Это вот. Библиотека находится на парке Победы. А это один из филиалов Российской национальной библиотеки в Петербурге. И это самый новый и последний филиал. А здесь есть около 40 миллионов книг. Ребята, можно представить? 40 миллионов книг здесь, в этом здании. 40 миллионов. Ты взяла паспорт? Ну да, конечно. А, значит, свой паспорт взял. Нужен? Свой взяла. Да, мы в прошлый выходной приходили с тобой, был только мой паспорт, и нас вдвоем не пустили. Поэтому сегодня мы идем уже с двумя паспортами, чтобы у каждого был паспорт обязательно. А, понятно. И, ну что, бесплатно в библиотеке, да? Да, я думаю, да. Ксерокопии только платно, они говорят. И здесь каждый день проводятся какие-то мероприятия, лекции, спектакли, концерты. Да. Афиши есть на сайте. Понятно. Думаю, будет очень интересно. Будет, конечно. Идет видеонаблюдение. Да, это мы видим. Вот. Потом сразу надо в пункт записи. Регистрация. Вот. Пункт записи. Регистрация, да. Регистрационная карточка читателя. Ну, помочь тебе. Нормально. А тебе? Что там делаешь? Заполняю карточку. Здесь не разрешают с рюкзаком, вот поэтому компьютер у меня в сумке. Вот. Значит, почти 40 миллионов книг здесь, 40 миллионов книг. Значит, когда кто-то опубликует новую книгу, надо 2 экземпляра сюда, в эту библиотеку, и 2 экземпляра в Москву. Все книги, которые изданы здесь, в России. Красава. Систематический каталог. Где? Что эти? Это каталоги, по которым ты можешь найти книжку. Вот, например, да? Здесь написано в этих квадратиках. А что находится здесь? Например, русский язык. Ага. Народное образование, педагогические науки, русская литература. Русская литература по векам. Персонали русских писателей и так далее. То есть ты можешь определить, что тебе нужно вот русская живопись, скульптура. Из какой темы ты ищешь книгу? Вот, например, русский язык, да? Нас интересует. Вот такие ящички здесь нужны. Дальше русский язык разделен по темам. И мы уже ищем интересующие нас темы. Например, системы современного русского языка, фонетика, грамматика, морфология, словообразование. Ищем, что нам интересно. Например, Ангел, что тебя интересует? Не знаю. Все. О, смотри, исторические словари. И потом по алфавиту ты ищешь автора, который тебе нужен. Mm-hmm. Здесь расположены авторы в алфавитном порядке. То есть заранее тебе нужно знать, какую книгу ты ищешь. Mm-hmm. Понятно. Вот. И карточка здесь, описание книжки. О чем она, сколько страниц. Mm-hmm. Кто? Медицинское все.
Не знаю, на самом деле я расстроился немножко, потому что я представил, что я здесь в библиотеке буду ходить между книгами, прям, ну, трогать книги. Вот так, ну, смотреть, вот разные такие разноцветные вот книги. Но здесь я работаю по каталогам, значит, ты смотришь там, какая книга тебе нужна, и просишь, вот дайте мне вот эту книгу. Ну, не знаю, мне это не понравилось на самом деле. Ну, это же сокращает твое время, так же удобнее. Ну, удобнее, если да, но... Если ты знаешь, какую конкретно ты книгу хочешь, ты подошел к каталогу, нашел ее, и библиотекарь тебе быстро ее вынес, потому что она знает, где это находится. Ну, хорошо, но извините меня, чтение, да, это как аппетит, как хочешь, вот ты голодный, да, ты голодный, ты хочешь прямо погрузиться вот в знания. Ты хочешь вот чтобы посмотреть, увидеть все эти книги, просто вот чувство вот начинается вот здесь, да, хочешь прямо вот читать часами. Я хочу увидеть, чтобы аппетит поэтому, появился, как и в еде, понимаешь? Так и в чтении надо знать меру. Ну, все должно быть в меру. А, как ну, и еда, так и чтение. Ну ладно, да. Находишь книгу, определенную книгу там. Гипоноз. Вот идешь к ним и просишь книгу. Да, так быстрее, когда ты знаешь конкретно, что ты хочешь. Чем. А вот представляешь, ты бы сейчас увидел целый этаж книг в полке. И тебе бы пришлось вот так весь этаж змейкой обойти, чтобы найти нужный раздел. Это же сколько времени занимает? Целая комната с книгами. Такое есть в филиале Российской национальной библиотеки в Питере на Невском, на площади Островского. Если вы хотите так пройти по рядам и посмотреть книжки вживую, то можно сходить туда. Ну, зато здесь красиво. Красиво. Здесь, кстати, мало людей среднего возраста. Это либо студенты, которые только учатся и пишут курсовые, работы, диссертации. И либо это пенсионер. Ух, какой ты у меня. Все здесь очень понравилось, но только пирожок с яблоком не такой свежий. Вот.